Антикоррупционная культура и популярный формат видеороликов. В Павлодаре наградили победителей конкурса «Антикор Вайн». В своих работах его участники рассказали о непринятии коррупции в молодежной среде. Все подробности в следующем материале. Конкурс «Антикор Вайн» стартовал в конце мая этого года. Инициатива посвящена Году волонтера и входит в перечень мероприятий по формированию антикоррупционной культуры в обществе. Организатором выступил МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» при поддержке отдела внутренней политики города Павлодар. Рассмотрев данные видеоролики, а их всего было 6, все видеоролики очень хорошие. Они раскрыли суть, они раскрыли тематику данного конкурса. В состав конкурсной комиссии вошли представители антикоррупционной службы по Павлодарской области, проектного офиса Ертеса Давдакалана и отдела внутренней политики города Павлодар. Хочу отметить, что данные ролики были изготовлены качественно, раскрыли проблематику, тематику. Все участники, кто принимал в данном конкурсе, видеоролики будут распространены на официальных инстаграм-страничках Акимата города Павлодара, ОВП Павлодар и других популярных мессенджерах. По результатам оценки всех работ было определено 3 победителя. Один из них – Булат Сулейменов. Он рассказал, что к участию в конкурсе его замотивировала нетерпимость к коррупции и чувство патриотизма. Своим видео я хотел показать, что никто не должен стремиться к тому, чтобы как-то быть задействован в коррупции. И своим роликом мы хотели донести, что нельзя обвинять только госслужащих. Каждый как личность должен начинать с себя. Так как у многих, как возникают проблемы, очень многие люди готовы найти из таких ситуаций любой выход. И дача взятки не исключение. Дорогие наши земляки, в первую очередь будем начинать с себя и делать нашу страну только лучше. Победители конкурса «Антикор Вайн» награждены грамотами и ценными призами за активную социально-гражданскую позицию и вклад в общественно-политическую деятельность в сфере молодежной политики. Ренат Абдулкаюмов, Ертас Акпарат.